А уходите, а то сы. Как приняли, Барс? Что раздал? Шарф. Вертушка. У нас позаркашника нет? Там нет. Замполит же сказал, что нам не надо вместе с голубем. Летит низко, своя Т-8. Пролетает на 3. Срочное сообщение. Нет, Альфа, Сима, прошла колонна. 4 грузовика. Далеко очень, не слушает. Повтори. Отделение, ретранслируйте. Обнаружена колонна, Вышное, ушла в сторону Старого Собора. В сторону Старого Собора, из Вышного ушла колонна, как слышите? Колонна ушла, смотрите меточку, есть Старый Собор. Так, ЮН приняли информацию. Колонна в Вышном ушла в Старый. ЮН на ЮН на ДВ? ЮН на ДВ, да, мы приняли информацию. ЮН, колонна ушла в сторону Старой, передайте ФРВЛ. Мы настроимся на Старый Собор. Три хемта, ремонтные. Починка на связи? А ты их наблюдаешь? Нет, пока нет. Починка, выйдите на связь. На связи полевая кухня. Мы прямо под вами, выкатите, пожалуйста, почините, если можете. Да, я тут. Куда ты, чё? Я думаю, на мою точку надо. Макс, ты нормально с Беттером обращаешься, со стрелкой? Это был, встретили колонну врага, танки и лавки встретили на... На зубе встретили, они тут по дороге. Да нас сожгут, вы чё, им? Хем. Ретранслируйте, встретили всю колонну противника на зубе. Да они уже все выгрузили. Танки, лавки и прочее. Можно полить на связи? Не, Женек, туда уже самоубийство. С моей точки, Старый Собор. Видно, да слушай ты его. Пролистируйся чуть-чуть на юг. Не, Макс, вы действуете как вы хотите, но ты понял, да, где противник? Да нас сожгут, смысл туда ехать. Мы пока здесь стоим. Там танк. Так, все пойдут через нас, тогда... Был на связи еще? Был на связи, у нас здесь контакт, танк, по нам колонна отработала, танк и лавка. Макс, а может вы в Рогово съездите и с Рогова выйдете на 362-ю там и зайдете в бочину, это все херни, нет? Блять, ты понимаешь, что в вертушке, сука, 6 ракет? Это без толку, да. Макс, у тебя есть одноразовый внутри. Кто есть? Одноразовый гранатомет. У кого? Блять, Беттери. Нету. Евгений, пока все Бэл, можете дать точную метку, где сейчас находится колонна? Повторите? Точную метку, где находится колонна. Колонна находится по этой дороге, не можем. Мы в лес ушли, потому что... В лес ушли, потому что нам был огонь. Макс, а тут лавка есть на твоей миссии? Где? А сам открывает. А сам открывает. Прямо здесь. Кто-то рядом со мной шарился, ты с Энди? Да, метку поставил.
КамАЗу катаются. Наш. Я слышу, что наш. Что он тут забыл? Сейчас пойду, если не понял. Блять, еще и ты ранен, блять, все заборы. Убил он нахер. Где? Он остановился на 240. Так, прием, это Юэн. Подтвердите, теплаки у противника включены? Да, включены. Принято. Как дебилам отвечать? Говоришь, дебилы, слушайте штаб, меня. Мы не сбиваем ДВ, это БЛ. У нас контакт, нас окружили со всех сторон. Здесь основная колонна, танки. Да ты вообще застрелиться можешь. Скидываю ДВ. Это ты кому сказал? Не Миренусу, блядь. Он в Аса, возможно, здесь несколько баллов. Заболет южнее сдвигаться нам начал завалить. Принято. Что делать, наверное? Идем находиться на них. Евгений, пока все чисто. По мне, брат! Так, с 200, со 180, со 180 тяжелый пулемет, Женька. Я слышу, а где атеисты? Ты чего? Атеисты на метке? Да. Отхожу. Сейчас скажу приблизительно, откуда работают, где. Да, с точек с колонны с 362 высоты. Нет, это я там понял. Лицо. А метка твоя не актуальна, да? Сейчас добегу до кустов, поставлю, откуда приблизительно. Вот так, я понял, где ты, я понял уже. Да, вот приблизительно. Там пехота? Ну там главка, скорее всего, или какая-то тяжелая техника. Да нет, по технике тепловой ДМГ стреляла. Ты южные дома занимаешь? По полю бежит, по полю. Пехотинец ДВ. По полю. Отделение бежит целое. И танк, и танк! В какую сторону? Едет сюда. Ой, говно спалило меня. Откуда едет? С юга. Так, давайте, ребят, все в город. Ох. Бессмысленно здесь оставаться. В городе. Да, ребят, да. Ребята, у кого у нас трубы едет? На своей позиции. Ровные взаимодействия. Дорогу держу на юг. Внимание, на юго-восток. С юга залетает вверх, не знаю какой. Макс, видишь, вот эта точка рядом с нами, там слева. Может, туда встанешь? Там ограниченный обзор будет. А куда он работает? Я не вижу разрывов. Ох, рядом со мной. Да. И БТР-80 не выбьет танк. Я сейчас отправил редактор, ну ладно. Стреляет. Женя, это ты рядом со мной пробегает? Это IPC танк уничтожен. Союзный танк Альфа-3-1 уничтожен. Так, это 3-1, наш танк уничтожен. Ребят, давайте все в город, потому что с теплаками, ну и нафиг. Парни, я к вам пытаюсь сейчас добежать. Это БЛов сожгли? Вверх, с юга. Ой, можно уже сдаваться, но. А ты к нам бежишь? Да. Они все высоты вот отрабатывают, где я... Женька, разреши, я тут останусь, я поработаю с ГП по пехоте, если будет подходить к вам из старого. Смотри, ПЛ, танк просто подъедет с теплаком. Надо выехать или нет? Я в кустах валяюсь. Полевая кухня на связи. Тут густые. Кто куда стреляет? Танк это стреляет. Рядом с тобой поднимаю. Тихо, успокойся. Блядь, не рядом с тобой. Но это не рядом с собой, это от моей точки и ровно на юг. Далеко. А, ну как раз танк этот пошел. О, вижу уже пехоту.
Оса, старый на связи, Оса? Оса на связи, мы под огнем вертолета. Оса, плохо он слышит, сейчас подлетим ближе. Принято, точку поставил, там уже как... Сэнди, это не ты там слышишь? Евгений, а вы в городе? Сэнди. Мы все живы, на метке, метка на нас актуальна, мы под огнем боевого вертолета. Да, это Сэнди бежит. А у вас ПЗРК же есть? Что у нас связи? Минус один. Минус один. Блять, тут целое отделение. Танк на моей метке. Павел, если можешь, лучше отойди. Не могу уже, блядь. А Сэнди, танк у тебя? Давай, братух, мы с тобой. Так, все, кто в городе, на пятую частоту. Зря ты это сказал, все, переходим. Да нет, еще не успели. Все, переходим. Не, Сэнди, ПЛ, не переходить. В канале проверка. Я прям метку на себя обновил, РПГшный Тру. Тру... Ну, ты че, у ворот, что ли, сидишь там? Ну да, здесь я отошел глубже в город. Я там же первый сидел с юга. Все, спрячьтесь вообще. Все, Павел, не больше бежим. Что еще? Да, да, я говорю. Корову не побежал свои. Ох, нас сейчас несут. А здесь парни. Са, как у вас обстановка? Не дают глюк, что ли? А, может, с машиной? На знание не уверен. Ну, мы рядом с вами. Вы его сбили? Да, он падает в пирожку в сторону. Вас эвакуировать или нет? Нет, я думаю, напишу. Макс, на связи? Мы прям над вами. Кто? Макс. А. Какие проходят уже? Не уверен, я по-моему не знаю. Ты же ты метку актуальную, быстро. А, на метке кружится, ладно, черно. Макс, вы работаете? Да-да-да, нет. Как черно, транспорт. По танку или по пехоте? Так, прием, это ЮЭш, а ФРВЛ еще держит Кабанина или нет? Уже не очень далеко. Силы. Там принято. Макс. Оса, мы на черном не видим ничего. Нет, это... на черном еще есть боевой вертолет, осторожно. Ёжик, ты видишь, что там такое? Там пехота. С 220 от моей метки слышу. Просто фон на север дальше улетел. Раздум на победе. Ты точно? Там пехота. Ребята отработают, пехота нас не волнует. Пехота спустилась в город. Барса, Са, вас забрать? Мы можем вас забрать. В город спустилась? Да. А с какого направления? Ну, туда в порядке заберешь. Только боевали так вот мы сейчас летаем над этой всей дерьмом и никаких боевых вертушек не видим. А, ну давайте тогда забирайте нас. Давайте, куда нам? Поставьте метку эвакуации и пометьте дымом. Пехота.
нас пехота, ты еще проход не держишь. Через сколько будете на метке эвакуации? Уже там, он сказал. Дочь, может Макс сказать, что там на крики вопит из своей тачки? Пусть вопит. В чем проблема? Там дым не кидайте, пожалуйста. Слышно очень хорошо. Я так уже понятно, что... Вот это там все ясно. Старый, вы на метке эвакуации? Это что? Со своих позиций не уходим, держим. Доложите, как будете готовы. Только не ходи. На улицу вообще не высовывайте. Ой, не катит, вы что там? Парашек, от меня на 140. Лавка, лавка катит, лавка с юга. Лавка с юга катит. Передайте этому аутисту. Так он на нашем канале. Макс. Блять, в каком он канале сидит? Жень передал ему. А пусть на наш канал вообще перейдет. А он не может, говорит. А... Я ему сказал, что с юга лавка едет. А там у него кто, Нашка сидит, наш боец, он в канале? Нет, видимо там все. Нет, он мне сказал уйти, он сам все сделает. А, все, все. А нет, а пусть делает, но ты, если что, ему передавай. Так я ушел уже на другую позицию. А, окей, понял тебя. Че за самодеятельность, я не понимаю. Он сказал уйти, я ушел. Нет, я не про тебя, а про него. А. Жень, вы ее видите? У меня на 120 пехота. Жень, можешь метку поставить? В соседнем доме. Да мою, смотри, соседний нет, дом. На лавку, на лавку. Я ее слышал, я не видел. РПГшник, РПГшник бежит в город. Метка стоит приблизительно там. От, приблизительно от меня на 100 РПГшник. Она выкатывается уже. На ДВ есть кто? Кто? Полевая техника. Полевая кухня, точнее, есть. Кто ДВ запрашивал? Это ЮН, мы наблюдаем танк рядом с позицией с нашим связником. Ждем. Смотрите, в городе у нас РПГшник. Катя. Фэрвелл сдали Кабанина, нет? Да, около меня прям проезжает. На зиму 120 от меня. А фаервелл поставили метку на танк. Единичка. Он рядом с дорогой. Мы, а, были, если РПГшник мы были сможете... под атакой. Трупонос. Да я не могу, меня зажали прямо, блядь, в соседнем доме. Держите трупонос.
Заправка въезжает в город с юга. Она Вак уже в городе. Да. На дороге, еще вторая, значит. Она по дороге Понял. Прям едет. Там же пехота идет. Почему этот дурак не может выйти? Все, она сюда влетает. Две. Трупонос, я не слышу взрыв. Ты на связи, я не могу, пехота вокруг. Тут их три, все ребята. Это... Одну взорвали? Блядь, где Макс? Блядь, он сгорел, пиздец. Собрать. Не-не, сидим, все сидим. РПГ потом собрать. Сзади. Блять, ляж, ёпта, у неё теплак. Кто в канале? Перекличка. Тру на связи. Бой, на связи. ТФ, ты не в ту рацию говоришь. Рацию прослушивает. Лавки на юге. Тихо едет. Ру, твоя работа. Так, говорит IPT 4-2. Бэр, на связи? На связи, чё у вас там? Всех положили, мы только с Клинком выжили. Мы можем двигаться только на север и на восток. С запада нас палит полностью, там массовая атака. Жуба. Ну, мы сейчас едем на метку 1-3, может, туда подтянуться, если сможете. Принято, мы двигаемся на 1-3 в Кришна. Ру. Сдвиг по КВ. Проверка. На связи. Ты куда ушел? Ты не ходи, Ника.
на 120, слышь, техники надо. По-моему, танк. Можно попробовать доползти, взять гранатомет. Нет, ничего не делаем, ждем. Не стреляй, мать его, не стреляй. Куда ты стреляешь? Там полевая кухня видит лавку. Я его убил. Метка на ней есть. Перепутал это Абрамс. Вот, на сайте. Вижу там. ЗУ на связи. ЗУ на связи, прием. Прием. Вижу врага, можно бить. Тут над метками Джей Апач летает. Джуба, чё, вы живые, нет? Мы живы, двигаемся. Сейчас дам метку на нас. Никон? Да. Я отходил, чё там? Дал метку. Ты куда стреляешь? По врагам. Азимут. Азимут 140 за домиком. Блять, ГПшит. Воин, ну, прием. Нужно. И это не будет живой на этом канале. Алекс живой. Ты там двигаешься? Двигаюсь на север, это с города. Смотрели, что там? Набрал скорость и оказался в центре событий, блядь, и повернул налево, блядь. И просто с трех сторон, блядь, в каждую проекцию, блядь, получал, блядь, по 10 снарядов каждую секунду. А чем вообще за дебил? Сейчас могу понять. Что... Игорь, я же тебе вертолет сказал, какой код, блядь. Ты думал, как начали нас стрелять. Джоны просто расстреливают, ебать. А как я тебе говорю, самое прикольное, если нас ебанут толпой в вертолете. Это пиздец. Так я удивил.